Избирательная комиссия Сочи и городское управление по образованию и науке в начале учебного года подписали соглашение о взаимодействии. Цель – повысить уровень правовой культуры молодежи. В 17 школах Сочи в программу включили курс «Избирательное право». Его слушатели – старшеклассники. Мы уже давно проводим и зональную олимпиаду по избирательному праву, и интеллектуальную игру, и скайп-турнир «Сочи, Владивосток, будущие избиратели». Но теперь, вот мы подписали соглашение в сентябре, у нас еще есть элективный курс. Спасибо большое муниципальной избирательной комиссии. Результатом занятий по избирательному праву стали 80 работ, которые школьники представили на конкурс «Будущие избиратели. От прав к возможностям». Я считаю, что это очень важно в настоящее время, именно заинтересовать молодое поколение, принимать активное участие в выборах, знать о своем активном избирательном праве, о праве выбирать свое будущее. Избирательная система является фактически основой вообще выбора власти, делегирования власти гражданами, поэтому чем раньше и лучше надлежащим образом наши молодые избиратели будут в этом разбираться, тем, конечно, лучше. На конкурсе старшеклассники представили исследовательские работы, аудиообращения, видеофильмы, инфоролики, а также электронные плакаты и творческие рисунки. Работы победителей и призеров в этой номинации отправят на краевой конкурс. Остальные планируют использовать на городских мероприятиях по избирательному праву.